Всем привет, и да, это Финабор в команду. На экране вы видите, кто остался, кто нет. В принципе, я решила сделать перенабор, потому что, ну, во-первых, многие, у многих, у кого был редизайн, они об этом мне не сообщили. И второе, ну, просто как-то, так сказать, ну, не знаю, просто решил перенабор сделать. Только из-за того, что многие мне не писали про редизайн, не скидывали паникады и новые. Это первый пункт. Ладно, давайте-ка же начнем к сути перенабора. Что вам нужно, будет написано на экране, но на всякий случай я скажу. Во-первых, это имя вашей ОС. Второе, код. Как-то так. Вам нужно просто кинуть паникод, имя, персонажа, все. Скидывайте только паникод и имя. Я знаю, я уже много раз сказала, но все равно скидывайте. Да, как-то так. А на этом пока все. Всем удачи, всем пока-пока. Забыла сказать, что я выберу максимум 5-6 человек, и в моей команде только 13 пони. И вот. Так, всем удачи, всем пока-пока. Всех люблю!